Для каждого очевидно, что армянское государство в настоящий момент продолжает катиться в пропасть. Об этом заявил один из лидеров оппозиции страны Вазген Манукян в интервью местным телеканалам. Бывший премьер-министр Армении, один из ведущих лидеров движения «За спасение Родины» Манукян, подчеркнул, что размер потерь его страны в Карабахской войне может быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса по соотношению к численности населения. «В 44-дневной войне мы потеряли более 5000 солдат, что, наверное, может считаться рекордом для 2,5-миллионного народа», — отметил он. Бывший премьер заявил, что армянская армия не была слабой. Он обвинил в поражении действующее правительство. По его словам, если ничего не изменится, Армения может вернуться к ситуации 150-летней давности. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.